Вот это что за зверек, интересно? Не выдра вроде. И не кошка бегает вообще тут. Почесал. Ласка какая-то, что ли? Хрен его знает, что это. Нора у нее, наверное, тут, да? Нора у тебя? Смотрите, а то укусит вот этот зверь. Это что, ласка или что это такое? Как крыса бегает. Но это не выдра, это какая-то хорек. На кота сейчас нападет. Нападение хорька на кота сейчас будет. Кот вообще уже в шоке такой, что это такое. Опа, другой кот ее сожрать решил. Нюхает уже хвост. Опа, и все. Зверь ушел. Нет, кошка ее не достанет. Да нет, конечно. Хорек какой-то. Вот она. Сейчас хорька будет год. Во. Во-во-во. Во. Кот атаковать решил. Короче, хорька опять. Сейчас же он вылезет. Вот, вот тут идет, идет, идет где-то здесь. Да, долго она занырнула, хорошо. Вот она гребет. Гребет конкретно. Только шум стоит, да. Камыши шатают. Где-то здесь уже. Вот тут где-то вылезла. Она вылезла. Ага. Видно? Опять нырнула. Слушай, ну это молоденькая, да? Да, да. Вон идет она, да, фигачит. Пузыри только идут от нее. О, вылезла. Короче, устала она от нас, обиделась. Пошла на другой берег. Да. Что это, хорек, да, или ласка? Что это такое? Нет, скорее всего, хорек-то будет. Хорек? Погреб, короче. О, ля-ля-ля-ля-ля. Вот здесь. Приполз, друган. Мы ее заколебали. Да. А что он все там ищет? Пожрать что-то себе ищет. Да, но плавает быстро вообще, конкретно. Плавает он капитально быстро. Ныряет хорошо, молодец. 5 баллов. А видишь, воздух спускает. Угу.